Всем привет, с вами Inform TV. Российская актриса театра и кино, общественный деятель и певица – это все Ольга Кабо. Дебютировала она в кино очень рано, еще учась в школе. Ее первая роль – горничная в фильме «Анна Павлова». Ольгу заметили и в 15-летнем возрасте снова пригласили сниматься в кино. Картина «И повторится все» – она стала для юной Кабо стартом в звездной карьере. В студенческие годы новая роль, открывшая многочисленные грани таланта Кабо – «Миллион в брачной корзине». Многие зрители и критики до сих пор считают ее одной из самых успешных в карьере Ольги. После окончания ВГИКа она стала активно выступать на сцене театра, органично воплощая самые разные образы. Параллельно актриса снимается в кино, будучи востребованной даже в сложные для кинематографа перестроечные и 90-е годы. В конце 90-х Ольга проходила отбор к полету к станции «Мир» со Стекловым, но поскольку она забеременела дочерью, принять участие в проекте она не смогла. В 2007-м она начала петь и сейчас записывает свой новый альбом. В личной жизни Ольга стремится к гармонии и стабильности. Первый супруг артистки, бизнесмен Василишин, отец ее дочери Татьяны. Брак продлился несколько лет, но распался. Еще через несколько лет Ольга вновь вышла замуж за бизнесмена Разгуляева. В достаточно зрелом возрасте, 44 года, Ольга родила сына Виктора. По словам супругов, это произошло после того, как в их жизнь вошло чудо. Приложившись к поясу Богородицы в храме Христа Спасителя, Ольга уже через месяц поняла, что ее чаяния и надежды услышаны, и она станет мамой во второй раз. Несмотря на публикации в «желтой прессе», которые появились в 2012 году, о якобы наличии синдрома Дауна у ребенка, никакими заявлениями или выступлениями в соответствующие сообщества родителей солнечных детей они не были подкреплены. Через несколько лет, видя, как активно развивается малыш, пресса перестала ставить диагнозы Виктору. В настоящее время Кабо активно продолжает карьеру певицы, а также получает третье, теперь уже режиссерское образование. Она активно снимается в кино и театре, работает на сцене, а также является феей детского кинофестиваля «Сказка». Любимой актрисе 51 год, она потрясающе молодо выглядит и буквально светится счастьем. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Удачи!